Доброе утро, ребята. Время 8:53. Я сегодня проспала, потому что вчера очень поздно легла, и сегодня опять хотела встать в 5. У меня почти получилось, но в итоге я случайно заснула. Проснулась потом в 7:40, ничего не успела. Поэтому да, сейчас вызвала себе такси. Он уже совсем скоро будет. У меня первым уроком физра, поэтому, в принципе, я немного потеряла. Так что да, сейчас бегу, потому что у меня второй уже немецкий. Угадайте, кто опаздывает. За рулем. Вообще, я, конечно же, никогда не опаздываю. Вообще, это первый случай за все 9 лет моей учебы в школе. Я всегда прихожу вовремя. Смотрите. Но все время, пока я хожу в этой кофте, мне никто из учителей ничего не сказал. Мне кажется, что они просто не обращают внимания на то, что у меня нарисовано сзади, кто у меня там совокупляется. Так что, ну, я хожу не только по субботам. Учимся мы, значит, у нас уже закончился третий урок, но я пока что была только на двух. Странно. Березка. Оп. Ой, как хорошо лежать на парте. Раз, два, раз, раз, два. Далеко? Сейчас они разучивают танец. Что творят ненормальные? В общем, неважно. Смотрите, что мы имеем. Уйди, Игнат. Ой, солнышко, светит. Bitch, what's good in the hood? Smoke gas, eat ass. Если вам будет интересно, как открываются двери в нашей школе, то они открываются вот так. И сейчас кепку еще. Собаки, мне кажется, все уже устали вас видеть, особенно тебя, жирная бочка. Ой, ты мой сладкий кусяпкин. Да, ты моя мордовка, такая мордашка, мордашка. Красотка, правда? Красный нос и заплаканные глаза. Обожаю. Не волнуйтесь, у меня все нормально, просто бывают такие моменты, когда я могу заплакать. Сейчас уже все нормально, я пообедала, и так как очень хорошая погода, я хочу сейчас пройтись с собаками, уже потом буду планировать день. Сегодня мы с Дашей должны все-таки поехать в Москву, думаем сходить на выставку. В общем-то, сейчас еще думаем. У меня хорошая погода, очень поднимает настроение, сейчас еще солнце до конца не зашло, то есть еще оно еле-еле проглядывается. Ну, в общем-то, да, немножечко пройдусь, и уже потом даже спешу все дела на сегодня. Я уже примерно знаю, что мне надо делать. Блин, а как снимать в зеркало, если оно все грязное? Все, ребята, время снимать в грязное зеркало. Я уже собралась в Москву. И вообще, мы хотели сначала поехать на какую-то выставку, и уже потом пойти в любимый город сад, там покушать, поделать свои дела, поработать. В итоге мы очень протянули со временем, и поэтому, скорее всего, на выставку мы уже сегодня не пойдем. Но я очень-очень сильно хочу в город сад, куда-то туда. Ну, собственно, вы все видите. Хотите фокус? 2, 3, 5.
ресторане, теперь пошли в мой любимый город Саш, чтобы кушать десертики без сахара. Я очень часто говорю в своих влогах о том, что я не ем сахар, но не важно. Боже, Гурусет, это просто любовь. Здесь есть и кухня своя, и огромное количество разных штук, веганских, невеганских, с сахаром, без сахара, конфетки разные, шоколад. Тут тоже очень много всего, в том числе и мороженое разные, суперфуды, даже розовая соль есть. Более с разные гранолы, хлебцы, какие-то вот здесь сборы всякие из трав, кэроп, черный чай, в общем-то, просто мечта. В качестве десерта взяла себе каноли, ваниль, лимон, также две конфетки, одна с анчаном, по-моему, а другая с розой и еще голубую матчу, она, по-моему, из того же, что и конфетка. Все, я наконец-то дома, время 11:30, мы довольно-таки сильно содержались. Короче, я прямо конкретно начала засыпать, не соображать, потому что в город-сад я себя очень... Мы стали на кассе, да, что там, ой, типа так, вот это забалы, давайте мне еще вот это. Вот, ну я подумала о том, что, блин, как это все долго, и тут я говорю вслух, блин, какие же они долгие. Вы понимаете, я стою прямо перед этими людьми, Даша их хорошо знает, и тут я то, что я подумала, говорю вслух, какие же они долгие. И вы думаете, я помнила, что я это сказала? Нет, мне уже потом Даша говорит, Кать, ты типа вслух сказала, ты нормальная? Я такая, в смысле? А я помню, что я об этом подумала, но я не знала, что я сказала это вслух. Потом уже в машине я должна была сказать, у меня в планах увеличить время сна. Я говорю, у меня в планах увеличить сон сна. Потом я очень странно засмеялась. Сейчас я прихожу домой и говорю Даше, ой, я стаканчик из-под кофе дома оставила. А я хотела сказать, что я оставила его в машине. То есть, вы понимаете, насколько мне сильно мозг уже запрограммирован на то, что я должна в это время спать. Ну, не знаю, во сколько я завтра буду вставать. Завтра у нас последний день недели влога. В принципе, с вами можно уже попрощаться. Я очень надеюсь, что вам этот влог понравился. И вообще все остальные влоги вам нравятся. И завтра заключительный день. Вот. И я не смотрю все время в... Я смотрю вот туда и не смотрю в камеру. Все.